Привет, мои хорошие. В этом видео хочу показать вам, где включить настройку на телефоне Xiaomi для камеры, чтобы, знаете, вот когда идет съемка, видеосъемка на камеру смартфона Xiaomi, то камера постоянно фокусируется в автоматическом режиме, и потом ты видишь, ну, как будто постоянно камеры туда-сюда, туда-сюда. И в некоторых случаях это мешает. Потому что это неудобно, когда, допустим, ты снимаешь какого-нибудь статичного человека, который играет на гитаре, например, концерт снимаешь, а он махнул рукой, а телефон начинает сразу фокусироваться, пытаться на это место. Так вот, это можно выключить, чтобы он не постоянно автофокусировку. Как отключить автофокусировку на смартфоне Xiaomi? Итак, смотрим, мои хорошие. Вот здесь вот есть замечательный телефончик. Вот я покажу сначала, как включить. Заходим в настройки, шестеренку. Заходим в приложения. Сейчас мы найдем. Вот системные приложения. Заходим в камеру и ищем здесь, что у нас. Где у нас это что? Режим фокусировки. Вот, смотрите. Вот здесь вот есть, стоит непрерывный, это вот как раз тогда, когда он постоянно фокусируется. А можно сделать на нажатие. То есть, когда ты пальцем тапнешь на объекте, он по нему сфокусируется. И больше он не будет дергать фокус. Как отключить автофокус? То есть, вот реально, где это выключается. Вот на новом телефоне, на нем по аналогии может точно так же быть. Сейчас мы на новом посмотрим, где это все. Так, у нас вот приложение. Смотрим. Системные приложения. Камера. И смотрим. Коснитесь экрана фокусировки. Затем еще раз, чтобы сделать снимок. Это нам не надо. Долгое нажатие кнопки съемки. Идет серийная съемка. Ладно. Качество фото. Стабилизация. Функция кнопок громкости. Это снимок, это я уже настроил. Так, ну на новом тут. Фокус снимок. Короче, на новом я не могу разобраться. Вот дожили, а. На старом все есть режим фокусировки. Вот он. Ну-ка, что тут? Хватит ли мне ума найти? Долгое нажатие кнопки съемки. Серийная съемка или фокусировка. Качество фото высокое. Фокус и снимок. Коснитесь экрана для фокусировки, затем еще раз, чтобы сделать снимок. Может быть, вот это, кстати. Наверное, вот это. Ну-ка проверим. Но он же все равно. Вот он сфокусировался на тот объект, куда я ему показал. На дальний план, на передний. Вот куда показал, туда и сфокусировался. И при этом держит этот фокус. Короче, наверное, вот это. То есть второй раз нажал, он сфотает. Все понятно. Разобрались. Проверяем. Для закрепления. Настройки, приложения, системные приложения, камера. И вот это фокус и снимок. Вот если это включено, тогда автофокус отрубится. Надеюсь, что вам помогло. Желаю всем счастья, любви и удачи. Ставьте пальцы вверх, если вам это пригодилось, мои хорошие. Всем пока.